видел, я слышал, что, что там нарушение было. Ну, кто нарушил, откуда нарушили, какое нарушение, я не могу этого сказать. А во всех селениях видно, как мы довольны. Ну, что я извиняюсь, вы же смотрели. Все видно, интернет, все по телевизору, по интернету, все видно, видно. Вы смотрели интернет? Если чего мы требуем, если они нам это наше потребление не дадут, не сделают. Что вы требуете? Чего мы требуем? Нам нужен Ахмед Имамгулиев. Все его подтверждают. Он для нас, который человек, которого. Тот человек, которого мы хотим, и будем бороться за него до конца. Пока мы сидим, дождем. Или же, честно, пусть они второй тур дадут нам. Да, мы ждем. Одно я скажу, и конечное слово я скажу. Это не мое мнение. Это мнение всех азербайджанцев. Мы будем бороться за Ахмеда Имамгулиева, и он нам очень дорог. И пока они с нами не согласятся, это не знаю, что будет. Это в дальнейшем все будет. Мы, знаешь, как? Сегодня кто у власти, мы за него. Потому что, знаете, почему? Потому что мы, это 99% это так будет. Потому что все у них в руках. Все может, они все могут делать. Мой кумир, это Саакашвили. Да? Такой президент никогда не был и не будет. Нигде. Это я точно знаю. Весь Азербайджан говорит, хоть один год Саакашвили был у нас президентом. Потому что порядок наводил он в Грузии. А сейчас, я очень хотел бы, Саакашвили пришел, но Саакашвили не будет, уже больше не будет, по-моему. И весь народ это хочет. Саакашвили воспитали весь народ, Саакашвили демократия делал. Бадисунда гасачиурда, симитору картули оцнебидан, има саравинер гакетебда, рацик мухта. Тан рогори цит, гамомцуева, камерис цин, ачуенебс камерас им конверс, биулетес да агдебс ис, ес ар шеидзлеба, чуен амас ар даужвеба. Картули оцнеба, амас ар гакетебда, арасумас. А ну ратом фикрет ро арга икреби фикрес ро гамортули иго камера ара 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 ис камерас пирдапир учвенебда камерас арико гамортули пирдапир ачвенебда камерас рогор агдебда биулет თქვენ ამ ადამიანს იცნობთ ვინც იყო ара ара როგორ ამდენობაზე ხარ შეიძლება რომ გაიცნო არ ვიცით მაგრამ ტელევიზიიდან ვიცით და ხალხის ლაპარაკი თვითონ აზერბაიჯანელები რომ ეს არის ნაციონალი თან წარე ნაციონალი განა იმას ამბობენ რომ ნაციონალი წარე ნაციონალი ჩვენ ამას არასოდეს არ გავაკეთებდით, რაც იქ მოხდა. Არ შეიძლება ამას ვერ იკადრებდა ქართული ოცნება. Ამის კადრებელია ესენი ნაციონალები. პროვოკაცია მოაწყვეს და ამ ერთი უბნით უნდათ ეხლა არეულობა შეიტანონ მარნეულში. Და ქართველი როგორმე არ გავიდეს. ეს არის ჩვენი აზრი და რა, ჩვენ არ დავთვალთ არავითარ შემთხვევაში. წარმოუდგენელია ჩვენ ეს დავთვალოთ.